Можно было приступать ко второй части плана. Пилотам не терпелось сбросить свои подарочки, как они их называли. Оставалась одна проблема. Цель было невозможно обнаружить в темноте. Сигнальная ракета выдала бы нас. С лодками нужно было разобраться прежде, чем они погрузились бы. Поэтому цель нужно было обозначить с земли. Танкер рядом с набережной должен был обеспечить достаточно света. Правильно заложенный заряд взрывчатки, и стало бы светло, как днем. Взрывчатка должна была быть где-то в порту. Нужно было только найти ее. Всем привет, дорогие друзья, любимые подписчики, с вами снова Азарбабай, мы продолжаем проходить игру Velvet Assassin. Так, ну что ж, документы мы достали, осталось теперь уничтожить подлодки, аптечки, не надо. Так, минус один. Минус два. Шайсе! Так. So kann man sich irren. Что, все? Да ладно. Ну, придется использовать морфий. Так, ну вроде все здесь. Так, предметов никаких нет. Эх. Прям через дверь. Пофигу. Так, что у нас здесь? Ракетница. Нет, лучше оставим кольт. Нифига нам эта ракетница нужна. Снова аптечка. Надо было как-то пробраться через стражу к поезду. Это было очень непросто. Was ist hier los? Тут было крайне тесно. Нужно было быть осторожнее, чтобы не попасться прямо в лапы охранников. Они могли оказаться на каждом углу. Да, это точно. Вон там у нас предмет коллекционный лежит. Что у нас? Опять тут аптечка? Да, точно, снова аптечка. Так, потихонечку, не спеша. Ждем. Жаль, морфия нету.
Так, хорошо. Так, здесь пусто. Этот курит. У него есть противогаз? Да, но мне стрелять нечем. Круто. Главное свет. А нет, осветляет. Я думал, свет этих ламп не осветляет. Осветляет. Да ладно, ну что, столько так и будет он стоять? Ни патронов, ничего нету. Жесть полная. Морфия нет. Патронов нет. Как мне этого Васька выманить? Давай бросай курить уже. Так, отлично. Курить бросил. Да ладно, что с этой стороны пошел, что ли? Ух, еще один вылез. Откуда? Откуда? Ich sehe schon Gespenster. А тот-то куда пошел? Ё-моё, блин. Еще один вылез. Непонятно. Что, тело нашел? Где он? Ух ты, засранец! С фонариком еще. Дрянь такая. Да прям, конечно, сейчас я взял и вылез. Давай врубай свой фонарик. Ну, давай, детка, быстрее, 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 но... Хорошо. Отлично. Так, мы можем его обыскать. Опять аптечка. Да сколько же тут? Одни сплошные аптечки. Зачем? Издевательство над народом. Что у нас здесь? Мне это, в принципе, как-то надо наверх. Ух ты, ё-моё. Вот это они не слышат. Так, там снова аптечка. Да сколько же этих аптечек тут может быть? Так, один туда ушел.
Здесь, в принципе, больше никого не видно. Ага, я могу перелезть. Отлично. Куда ты у нас ходишь? Так, так. Ой, как мне патронов-то не хватает, а? Ё-моё. Ещё и встал так неудобно. Засранец. Ладно. Не passiert doch sowieso nichts. Подождём. Не спешим. Junge. So viel Spannung ist ja kaum auszuhalten. Ich hatte einen Kameraden am besten findest du nicht. Так, отлично. Сходим, посмотрим, что у нас там. Может, хоть там что-то полезное есть. Не аптечки. Да, это предмет. Значок Эдельвейс. Хоть что-то. Так, отсюда я могу слететь? Нет, не слазит. Ладно, ну нам лебедку по-любому поднять надо будет. Там у нас предмет коллекционный. Надо будет сходить его забрать. Что у нас здесь? Вроде никого. А сейчас не могу понять, это воспоминание или реальность. Кто-то застрелился. Опять для сигнальной ракеты. Ну что ж такое? Морфий. Отлично. Так, ну это пойдет дальше у нас. Все-таки мне надо вернуться за предметом. И вниз надо сходить, посмотреть, что там-то есть. Или у нас проход либо понизу, либо поверху. Что это у нас? Наградный кортик. Наградной кортик ВМФ вручается боевым офицерам как напоминание о их заслугах на море. Отлично. Хороший предмет. 500 очков. Так, ну давайте сходим вниз, посмотрим, что там у нас есть.
Снова аптечка. О, да, патрончики, как я вас люблю. Отлично. Так. Ну все, здесь больше ничего нету. Значит, нам надо наверх. Как она резко поднимается по лестнице. Так, отлично. Тут аж целых двое ходят. Блин. Ну что, пробуем? У него еще фонарик. Нет, не получается. Либо есть только вот так. Надеюсь, он меня не заметит. Сидим тихо, спокойно. Так, уберем стороночку. А то вдруг кто-нибудь еще вылезет неожиданно, нежданно, негаданно. Так, давайте обыщем место это. Ну, ничего интересного нет. Нужно было как-то пробраться вниз. Может быть, дальше в глубине была лестница. Ну, конечно, точно, в глубине есть лестница. Снова аптечка. Да вы издеваетесь просто. Да, здорово. Ну, может, он сюда еще вернется? Да, он возвращается. Не могу залезть. Это мне, в принципе, не надо. Так, посмотрим, что у нас здесь в шкафчике. Снова ракетница. Что сделать? А, смотреть, мне показалось сбросить шкафчик. Думаю, куда его сбрасывать-то? Так, ну и спускаемся. Ё-моё, чуть не засветились.
Так, не вижу, кто где. Только пока одного заметил. Снова аптечка. Ай. Это же до смешного доходит. Лучше бы они столько морфия хотя бы давали. А не аптечек. Так, обесточили. Опять аптечка. Сигнальные ракеты. Полным-полно. Еще жилет. Что у меня будет в запасе? Вон он. Отлично, развернулся. А, у него есть время постоять здесь, да? Слушайте, здорово. Здорово. Тогда мы его подождем здесь. Блин, ну ты ж стоял. Засранец. Ладно, подойдем поближе. Детишкин ты свет. Ладно. Хорошо. Попробуем по-другому. Это другое дело. Так, там у нас, в принципе, еще один ходит, но я не знаю, что у нас там. Это выход у нас. Тогда сначала я схожу туда. Так, какие-то у нас там патроны лежат. Надеюсь, нет ракетницы. Фух, как мы успели. Этот еще тут с фонариком ходит. Вообще не в тему. Опять аптечка, да вы издеваетесь.
Точно, сигнальные ракеты еще одни. Так, каков твой маршрут? Ты заходишь в темный угол. И я тебя грохаю. Отлично. Так, предмет. Ганзейский крест Гамбург. Отлично. Ну и что у нас интересного здесь? Я так думаю, наверное, все-таки здесь взрывчатка. Так, ну что ж, ракеты не нужны. Дробовик. Взрывчатка. Отлично. Так, выходим. Ух ты, ё-моё! А ты откуда взялся? Откуда, бляха-муха, ты взялся? Здесь никого не было. Так, ржавый ключик нашли. Еще кто-то, двое. Mein Gott, das ist ja widerlich. Und in Kursk, da segelte mal eine Granate genau auf die Munitionskisten. Nirgendwo Deckung. Und was war? Das Scheißding war nur ein verdammter Blindgänger. Ich hatte einen Durchschuss durch die Schulter. Auf einmal. Отлично. Здесь вам, друзья, не повезло. Я слышала, как приближаются бомбардировщики. Нужно было спешить. Так. Карманная фляга. Плюс 100 очков. Еще осталось 100, и будет 1 очко улучшения. Блин, ну как же мне этого Васика-то грохнуть? Ханс, bist du das? Gott, ich sehe schon Gespenster. Ну, успей. Да брось ты это тело. Обалдеть. Так, отлично. Ладно, пусть будет так. Птичку. Да, птичка как раз нужна. По-тихому там не получается никак. Так, что у нас здесь? Так, я так полагаю, путь отхода у нас сюда. Значит, надо сначала снять напряжение. У нас здесь снова аптечка, снимаем напряжение. Здесь патроны к дробашу. Отлично. Так, пришлось пошуметь. Так, вон вижу место для взрывчатки, но да ладно, что нашли? Кто-то еще появился? Да, точно. Так, здесь уже
Не получается по стелсу. Так, аптечка. Патроны. Так, мне бы еще аптечку. Да ладно, как мне уходить-то? Ладно, давайте ставить заряд. Нужно было скорее добраться до машины с той стороны стены, прежде чем здесь разверзнется настоящий ад. А куда надо бежать? По-моему, я бегу не туда, куда надо. Ты. Еще один жилет. Птичка не нужна. Хорошо, перезарядили. Прям ждут с распростертыми объятиями. Сразу давай заряжай. Один Васек. Ну давай твою задницу. Блин, времени совсем мало. Где эта машина? Бежать-то где машина? Вот она. The submarines were destroyed that night. Operation Gomorrah was a complete success.
Later, I heard that 30,000 civilians were also killed. Ну что ж, дорогие друзья, на сегодня это все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, советуйте друзьям, все ссылки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр, увидимся в следующих прохождениях, всем пока!